Фестиваль на коньках «Зимняя встреча» среди спортивных балетов прошел в парке «Наташинские пруды». Показательные выступления лучших творческих коллективов Московской области попали в объектив нашего телеканала. Праздничную программу открыла команда спортивного балета на льду «Болеро» из Красногорска. Юные фигуристы много гастролируют по региону. Душевность люберецких зрителей особенно ценна. Люберцы встречают просто прекрасно. Это наш самый любимый город. Мы выступаем здесь довольно часто. Для воспитанников люберецкой комплексной спортивной школы Олимпийского резерва это одна из главных площадок, где можно показать свой талант. Мастерство катания на коньках демонстрируют и опытные фигуристы, и новички. Сегодня будут дебютировать наши маленькие снежинки, наши маленькие детки, которые уже катаются второй год. Наши дети покажут мастерство катания, потом представление, выступление на зрителя. Это очень хороший опыт в дальнейшем в развитии спорта. Снежный вальс исполнил спортивный балет S-Dance Club. Фигуристы представляют городской округ Люберцы на различных фестивалях и конкурсах. Уже скоро выступление на первенстве Москвы. Очень нравится здесь кататься, очень рада то, что маленькие звездочки могут себя показать. В общем, это очень крутая возможность проявить себя. Фестиваль «Зимняя встреча» проходит в Люберцах второй раз. В этом году в нем приняли участие более 60 спортсменов. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.